Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться с вами идеей оформления коробки чая, и в цветах будут конфетки. Наверняка уже многие видели или делали так, а я хочу поделиться своей идеей. Вся композиция у меня будет на круглой подложке для торта. Купила я ее в кондитерском магазине. И диаметр подложки 20 сантиметров. Можно, конечно, взять как больше, так и меньше. Или вырезать из картона и обернуть бумагой. Коробку чая я хочу расположить немножечко наискосок, чтобы она была не по центру. Мне кажется, так будет интереснее. На коробку наношу клей и приклеиваю к подложке. Кстати, сначала думала, что так как подложка немного скользкая, не матовая глянцевая поверхность, то будет не очень хорошо все приклеиваться. Но приклеивалось и держится все очень хорошо и надежно. И теперь приступаем к цветам. Как обычно, сначала я делаю заготовку для бутона. Размер заготовки 6 на 6,5 см. Срезаю уголки и растягиваю. Вовнутрь вкладываю конфетку и заготовкой обтягиваю саму конфетку. Не подклеиваю ни шпажку, ни проволоку, просто подклеиваю бумагу и прокручиваю. Теперь лепесточки. Размер заготовки 3 на 5 сантиметров, складываю пополам и вырезаю форму лепесточка. И просто растягиваю посередине. Для бутона нам таких лепесточков нужно будет всего 4 штучки. На нижний край лепесточка наношу клей и подклеиваю к самому бутону. И подклеиваю так, чтобы лепесточки были немножко ниже самого бутона. Подклеиваю по кругу, накладываю один на один и, как обычно, последний завожу под первый. Бутон готов, и теперь основные лепесточки. Беру 3 лепесточка. Первые 2 я склеиваю между собой, один на один накладываю, а третий я приклеиваю сверху 2 и стараюсь расположить его посередине. Мне кажется, такой способ очень быстрый. И не нужно заморачиваться и подклеивать каждый лепесток. И таких заготовок нам нужно всего будет 4 штучки. И их я подклеиваю к своему уже готовому бутончику. Сначала я первую свою тройку приклеиваю, а вторую тройку я приклеиваю напротив первой. С остальными 2 я проделываю все то же самое. Приклеиваю их друг напротив друга. Все, роза готова. Вот так вот, в принципе, очень быстро, легко. И теперь не забываем про чашелистик. Размер бумаги 5 на 5,5 сантиметров. И тут все как обычно. Зубчики подкручиваем. Растягиваем саму заготовку и подклеиваем к цветочку. И теперь переходим к оформлению. Я взяла кусочки пеноплекса и заранее уже обклеила их бумагой, для того, чтобы мне было удобнее приклеивать цветы. Одна у меня будет сбоку, а другая по центру. Приклеиваю их к подложке на горячий клей с одной стороны, а затем и с другой стороны. Я не показывала, как делать бутон, но бутон делается из такой же заготовки, как мы начинали делать цветы. И сначала я располагаю 3 бутона. Бутоны я сделала на шпажках, и в 2 из них я добавила лепесточки. И пока этот край, боковую стенку, я оставляю так. Приступаю к лицевой части чая, коробки чая. Одна из розочек у меня тоже была на шпажке, для того, чтобы чуть выше она была. Я ее расположила в свой пеноплекс, по бокам приклеила 2 розочки и обязательно добавляю листья. Как правило, у меня листья
всегда готовы, разных размеров, и я не показываю, в принципе, как их делать, но ссылочку я обязательно оставлю в описании, как сделать листья. Видео есть на моем канале. Переходите, смотрите, если вы еще не видели. И затем примеряю еще розы, смотрю, нравится мне или не нравится, и располагаю их, и затем все приклеиваю. За кадром сделала еще один бутон. Мне показалось, что место пустует, и я решила добавить еще один бутончик, чтобы было более все красиво смотрелось. И опять добавляю уже побольше листиков, тем самым композиция немножечко становится более выразительной, и красный цвет, конечно же, на фоне зеленого выигрышно смотрится всегда. Да, забыла сказать, что цвет своих роз я выбирала под, в принципе, чайную коробку. Теперь добавляю мелкоцвет. Я обещала посвятить несколько видео этому. Обещаю, что скоро видео все будут готовы. Фантазии много, времени мало, поэтому немножечко не успеваю. Но видео обязательно на канале будут. Добавляю маленькие цветочки, заполняя тем самым пустоты, пустые места. И белый цвет, мне кажется, с красным и зеленым – это идеальное гармоничное сочетание. И теперь перехожу к боковой стенке чая. Я изначально не до конца продумала. И за кадром опять сделала бутончик. Добавляю еще один бутон. Добавляю листики и разбавляю бутоны белыми пушистиками. Как сделать эти пушистики, видео есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Переходите, смотрите. И, в принципе, все готово. Даже самый скромный презент можно сделать красивым, можно преподнести красиво. И, как я всегда говорю, что дарите эмоции. И на этом моя работа готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!